Хочешь собрать сильную команду FIFA Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Крабы.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылки в описании. Всех приветствую, друзья. У микрофона Дмитрий Феникс. Мы начинаем новый сезон игрока FIFA 2015. К сожалению, меня сборная России не взяла на чемпионат мира. Меня это очень взбесило, меня это очень поразило, как такого игрока такого класса нельзя было брать. Я получил золотую бутсу в этом сезоне. То есть за тот сезон мы заработали золотую, ребят, бутсу. Вы представляете, золотую бутсу. Я лучшим игроком чемпионата в этом году стал в составе Баварии. Это очень много стоит. К сожалению, меня почему-то по каким-то причинам сборная России не взяла в сборную, но матч с Аргентиной был выигран, по-моему, поздравляю, вы выполнили все задачи, ля-ля-ля-ля-ля, это очень хорошо. Две задачи мы выполнили с вами за тот сезон. Я не знаю, по каким причинам и кто там главный тренер в сборной России сейчас, но это было сверх по-идиотски, потому что именно я из многих игроков, который помог сборной России выйти на этот чемпионат и не взять на сам чемпионат, это сверх-идиотизм, ребят, на самом деле. Потому что я очень спешил на этот чемпионат, я очень хотел на этот чемпионат мира поехать, но вот, к сожалению, вот тренер, видимо, взял каких-то других игроков. Ну что ж, это очень, конечно, раздражает и печалит, но у нас другая главная задача на этот сезон. Вы знаете, что главная задача на этот сезон будет поставлена выиграть или дойти хотя бы до финала Лиги Чемпионов, вообще в Лиге Чемпионов, в общем, удачно выступить о составе Баварии. Мы должны это делать, я так понимаю, в этом сезоне Бавария полностью перекомплектуется. Мы увидим много новых футболистов, я думаю, потому что и Бастиан, и кто там еще, и Данте закончил карьеру в этом сезоне. Возможно, в этом сезоне закончит карьеру и Нойер. Но я не знаю, с Нойером, по крайней мере, я знаю, что контракт был прям до самого последнего. Бавария почему-то не подписывала. Заменяющий его француз тоже вроде. Может быть, какие-то новые вратари появятся. Но все-таки я бы Нойера, хоть старый, не старый, но Нойера я бы все-таки не менял бы, наверное. Вот. Ну, посмотрим, как у нас будет обстоять дела в этом сезоне. По крайней мере, на него большие-большие перспективы в этом сезоне. Ну что, друзья, отгенерировался у нас полностью, собственно, так сказать, новый сезон. И смотрим, что у нас показатель общий вырос до 89. Это уже рядом с 90, между прочим. Сейчас уже еще раз хочу показать, что лучший игрок года, золотую бутсу, собственно, получил именно я. Лучшим игроком стал я того сезона. В этом сезоне, кстати, еще чемпионат мира идет. Я надеюсь, если я заявлен все-таки в сборную России, я бы очень этого хотел туда попасть. А великий шоумен здесь показано. Моя цена выросла до 55 500. Владение мячом 98, дриблинг 98, атакующая позиция 90, владение и видение игры 89, скорость рывков 88, прыжки 88. В общем, что очень радостно, это скорость рывков у меня выросла, потому что это очень круто. Сейчас мы меня найдем. Чемпионат мира все еще идет. Я надеюсь, что все-таки меня тренер, ну, как сказать, включил в стартовый состав. Но просто эти матчи меня не выпускал. Хотя это тоже дебилизм. Я лучший игрок того уходящего года. И все, у меня просто супер. Вот. Возможно, мы еще, если мы заявлены в команде, то может мы выйдем. Потому что я посмотрел по матчам. Сборная России выходит вроде как
из своей группы. Вот, и я надеюсь, все-таки они, если они, даже если меня ни разу не выпустят на поле, я все-таки надеюсь, что они выйдут на поле. Товарищеские матчи уже названы, уже известно, с кем мы будем три товарищеских матча проводить. Это будет, по-моему, там Лион, там французский какой-то клуб, испанский, и не помню еще. Ну так вот, вернемся к чемпионату мира и посмотрим, как все-таки без меня моя сборная провела. Я не знаю, было очень глупо вообще меня не выпускать и не приглашать в сборную, хотя отыгрываю, становлюсь лучшим игроком года. Это очень непонятная, вообще непонятная политика тренеров сборных особенно. Вообще очень непонятная. Мы смотрим, матч с Аргентиной выигран в 1-0, матч с Грецией проигран 1-0, матч с Новой Зеландией выигран 1-0, и выйдя в 1/8 финала Кубка мира, сборная России проигрывает Англии 2-0, собственно, Англия обыгрывает, и Россия вываливается в 1/8 финала. Ну, до 1/8 финала хоть добрались, да? Но я думаю, если был бы я, мы бы подальше бы выбрались. После такого я бы, не знаю, на тренера, не знаю, большего в сборную вообще никогда не приглашал бы. Вот, сегодня мы начнем играть товарищеские матчи, их будут три. Это будет Лейхестер Сити, это английский, по-моему, клуб, Лион и... это что за клуб такой? Испаньол, во. Вот, дальше у нас еще идет трансферное окно. Дальше у нас начнутся Бундеслига, кубковые матчи еще Лига Чемпионов, когда мне больше всего в этом сезоне будет интересовать, естественно, Лига Чемпионов. По ходу дела еще неизвестно, когда будет назначена Лига Чемпионов. Ну да ладно. Мы отправляемся на поле. Первый матч. Первый матч проводит Бавария, дружеский матч. Ну что, после длительной вот этой вот длительных каникул, которые провел игрок, и не играя, смотря чемпионат мира по телевизору, когда должен был там быть. Ну, 1/8 финала для сборной России, это довольно очень много. Сегодня мы играем товарищескую встречу, ребят. На поле наверняка сейчас будет очень много молодежи. Я, естественно, в стартовом составе. Пауэр, я играю на Пауэра дальше. Обратите внимание, новые бутсы, новая прическа. Я решил на лысо нахрен побриться, потому что... Прохожу на фланге. Ну что, новички готовы? Блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слишком какие-то эти новички быстрые. Слишком быстрые. Не. Защитник плотно держит. А вот и атака наших соперников. Наших английских друзей. О, как я вспоминаю, как я в Англии играл. А вот и, кстати, один из новичков. Сейчас там его покажет. Вот он. Один из новичков, которого приобрела Бавария. Посмотрим, как этот парень будет играть в нашем клубе. Я так понимаю, за этот месяц Бавария собирается еще пару покупок совершить. Пробираясь сквозь толпы защитников. Блин, а что было делать-то, да? Либо лупить со всей силы, либо вообще не бить. Да, это было очень глупо, но... У наших соперников был штрафной. Я получил желтую карточку. Я начал двигаться в стенке, и судья это заметил. Но здесь желтая карточка в этом матче, в принципе, ничего не значит. Это так, знаете, ну, чисто символически, даже если получу красную, потому что товарищеский матч, ничего особо он не влияет. И на этом матче тренера в основном смотрят своих новичков. А новичком я уже давно в этом составе не являюсь. Пауэр. И... Ну, одна развязка. Ридич, надо бить! Блин, как он плохо бьет-то, а? И вот это будущее, наше нападение. Я в шоке.
Я в шоке, ребят, я в шоке. Да, я очень сильно недоволен. Очень сильно недоволен. Ну, вот здесь вот. Здесь довольно очень опасненько против меня сыграли. Но судья почему-то не дает карточки, блин. Судья не удает, я смотрю, карточки. Вот опасный момент, я заслужил. Алабе доверяю, да? Алаба будет продавать. Алибаба, давай, чувак, пробивай, окей. Блин, только сделай пас, пробивай. Я бы, наверное, лучше ударил. Я бы намного лучше ударил, чем он. Вообще высоко и очень-очень сильно и высоко. Замерно Марио выходит у нас. Марио Гирк, остается 5 минут играть. Уже там чуть-чуть остается. Ну, что сказать. Такой товарищеский матч выходит. Даже желтую карточку получил. Опа-па-па-па-па-па. Почему бы в центр не сделать вот так вот, да? Кара здесь, Канцело уже бежит. Я под Канцело пойду. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Фига себе, влетело. Вот это влетело, так влетело. Влетело, так влетело. Ристич забивает сегодня. Но это товарищеский матч, друзья. Здесь все навалились, все в кучу малу там упали. Я там где-то в середине вроде был. Бабах, и гол. В конце, как всегда, в конце я второго матча Даниил Ристич. Все, друзья, заканчивается первый наш товарищеский матч. Ну, отыгрываю на средний балл. В принципе, неплохо. В основном здесь мы смотрели на новичков. Тренерский весь состав. Ну, а мы отправляемся на следующий матч. Сегодня, друзья, который матч меня выпустили, это будет Испаньол. Альянс Арены, дома играем. Товарищеский матч, повторяю, что это просто товарищеский матч. Но вот это вот самый такой из трех матчей, один из серьезных матчей, где соперник довольно не очень интересный. Вот это да! Вот это да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как вас много. Бей же, Тункара. Вот это было здорово. Здорово, ребят. Куда-то он побежал. Вообще, черт знает, куда убежал. Посмотрите, как на банке хотел. Смотри, ушел. Другой защитник обработал. Но слава богу, что здесь был подстраховщик рядом. И мяч оказывается в воротах. Вот так вот, друзья. Соперник довольно серьезный у нас, действительно. Вот одно из развития атаки. Слушай, а я под тебя могу зайти? Ну ладно, как хочешь, навесил, так навесил. Сделал, так сделал. Легов, обратите внимание, новый парень, который пришел. Оп, оп, оп. Оп. Но не прошло. А новый парень, который пришел в Баварию, весьма неплохо играет. Весьма неплохо играет. Здорово отобрали. Ну вот сюда сыграй. Отлично, отлично. Тихо. Отвали, отвали. Центр. Ну-ка, смотри, я сейчас неправильный какой. Опа-па. Опа-па-па-па. Туда! Ну что ж ты неправильно отреагировал? О, молодец, под мяч бросился. Держим, контролируем их. Так. Мяч отпустил. Отпустил я мяч. Вот что мне про... Вот мой рост мне позволяет уже контролировать мяч на 100%. Но мой рост мне не позволяет дальше развивать скорость разгона. Скорость вот рывка, вот этого всего скорости, короче. Вообще никаким образом не позволяет. Вот этого мне... Опа-па-па-па. Этого жутко не хватает мне. Прям жуть-жуть. Вот это я шиндарахнул. Вот это, ребят, я шиндарахнул. Вот это я шиндарахнул. Давайте смотреть повтор. Это было просто великолепно, господа. 2-0. Вот смотрите, ухожу. И тут бабах. Вообще без шансов для вратаря. Посмотрите, сила удара какая. Смотрите, вратарь, но вот без шансов. Просто без шансов.
Он даже не успел поставить, сориентироваться, куда надо ставить перчатки. 2-0. Ой-ой-ой. Ну вот это он зря сначала так ударил. Хорошо, наверное. Аримани. А я прочитал Агамат. По-моему, у него что там Агамат. Армани. Я думал, Армани на воротах стоит. У наших соперников оказалось-то. Оказалось-то не так. Опа-па. Опа-па. О, что-то дали. Оп-оп. Оп, играет туда. А может пауэр на меня вернуть? Я еще не собираюсь возвращаться. Оп, а я играю сюда. Ой. Защита какая злая. Подумай только, я на чужой фланг убежал. Легов. Сыграл в офсайд Легов. Так, а здесь что мне делать? А ударить, да? Заработать угловой. 68-я минута. У нас Агуэра вышел на поле. Больше сегодня левой ногой работаю. Надо задействовать свою коронную ногу. На 9-4 уже отыгрывают. Действительно, очень удачный матч для меня. Ух, как вратарь вышел. Здесь утро. А мог, кстати, с этого положения-то забить, если правильно мяч обработал бы. А вратарь в этот момент не успел отойти и принять позу. Так сказать, увидеть, куда он будет лупить. Очень много народу перед ним было. Легов, пауэр. Вот еще один, по-моему, новый парень. Роде, Роде, давай сюда. А я вот так вот сделаю. О, хорошо пошло, красивее пошло. Так, нужно вернуться теперь красиво. Красиво-то оно красиво, а вот теперь классно у них там есть. Алекс, Май. Такие фамилии тоже похожие, да? 78-я минута, ну, такой, знаете, уже понятно, как двоечку забили, уже понятно, что чем это, ух ты, закончится. А я вот так. Ну, на 9,5 отыгрываю, между прочим, сегодня. Очень хорошая оценка для меня, так. А я вот так вот, смотри, как хорошо пошло, нифига себе, пауэр шандарахнул-то, да? В офсайд, конечно, я закинул. Сейчас, наверное, заменят меня. Все-таки заменят. Я попросил замену, ибо... Да, офсайд он уже был. Я его увидел. Уже в офсайде. Да, пошел я в замену вместо Мюллера. Да, Мюллер, конечно, выходит. Ну что ж. Ну что, друзья, мы отыграли матч. И следующий матч уже будет сложный. То есть со следующего матча уже тут будет Дортмундская Боруссия. В общем, начинается полным ходом этот самый немецкий сезон у нас. Мы пока находимся на 7-й позиции в чемпионате. И что я хочу показать вам. Я это сам удивился. Напоследок, блин, где это? Вот отчеты команде. Давайте взглянем сейчас на мои статистики и смотрим статистику под названием дриблинг, который я думал 100 максимум, но он сейчас ровно 100 и плюс 2. 102 получается. Представляете, дриблинг у меня раскачан на вообще максимально. Владение мячом 98 уже. 28 лет уже футболисту и уже года, но дриблинг 100, вы представляете, 102. В общем, 102 получается, навес 85 плюс 2 тоже идут. В общем, форма уже начинает у меня, уже превратилась в хорошая. Это означает, что это очень-очень, ребят, круто. Вот, на этом все, друзья. В общем, все вообще офигенно, охрененно. До скорых встреч, увидимся в следующей серии. Пока-пока.